Сделать выбор, не выходя из дома. Такая возможность будет у каждого во время голосования по поправкам в Конституцию страны. Члены территориальных и участковых комиссий придут прямо к порогу. Но переступать его никто не будет. Члены комиссии передадут комплект для голосования в герметичном пакете. Избиратель закрывает дверь, заполняет бюллетень, расписывается в заявлении о его получении и возвращает комплект. Однозначно бесконтактное голосование, то есть это одноразовый халат, это специальный защитный шлем, да, это специально, чтобы защитить не только членов участковой комиссии, но и наших дорогих избирателей, чтобы они только смогли через дверь передать в запакованном пакете. Он будет стерильный запакованный пакет. Чтобы проголосовать из дома, до 21 июня нужно подать заявление на портале госуслуг или с 16 июня до 17 часов 1 июля сделать это в участковой избирательной комиссии по прописке. При этом не отменяется и традиционный способ заполнения бюллетеней на участке. Конечно, хотела бы пойти, но просто я еще не прочитала, я не ознакомилась, не знаю. Поэтому нужно ознакомиться, узнать. Да, я пойду. Почему? Ну, потому что это важно сейчас для России. Постараюсь, конечно, пойти, вот, потому что поправки, они важны. Все-таки это наша страна, вот, поэтому я считаю, что нужно идти. Чтобы проголосовать из дома или на своем избирательном участке, у россиян будет целая неделя с 25 июня по 1 июля. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.